Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада увидеть вас сегодня здесь, почувствовать энергетику лучших представителей студенческого братства Московского гуманитарного университета. Здесь все, кто неравнодушен, кто чувствует себя частью нашего большого сообщества и частью нашего дружного коллектива. Сегодня мы собрались, чтобы создать пространство для открытого диалога и обмена идеями. Мы верим, что каждый из вас обладает уникальными знаниями, опытом и видением, как мы можем сделать наш прекрасный Московский гуманитарный университет еще лучше. Наша студенческая жизнь разнообразна, интересна и многогранна. В ней есть традиционные мероприятия. Каждый год появляются и новые по инициативе студентов. У нас было проведено более 50 мероприятий различного уровня. И кто сделал эти праздники? Кто сделал эти мероприятия? И, конечно, сделали их вы. За отличную учебу и активное участие в жизни университета и колледжа почетными грамотами награждаются. Студенты – это ключевые участники университетского сообщества. И работа с ними должна быть основана на взаимном уважении и партнерстве. Мы должны дать студенческому активу максимальную самостоятельность в принятии решений и управлении своими проектами, при этом оказывая ему необходимую поддержку. Ваше участие и активность в жизни вуза неоценимы. И мы готовы поддержать ваши самые смелые инициативы и помочь в их реализации. Давайте вместе создадим в нашем любимом университете атмосферу взаимопонимания, сотрудничества и взаимной поддержки. Вместе мы можем добиться очень больших результатов. Спасибо, что вы с нами.